До сих пор в сердце звучит скрипка, как будто птица поет. И сердце отзывается на это прекрасное пение, навстречу этим звукам, с такой благодарностью, с такой любовью, вторя им. И вот родилась такая мечта, что вот попробовать играть хоть какую-то партию, там, вот, которая тебе особенно нравится, и которую ты чувствуешь, что это возможно сыграть хотя бы одной рукой, а потом на каком-то этапе один раз попробовать один цвет, второй раз второй цвет, и на каком-то этапе соединить две руки. То есть, и вот когда слушаешь эту музыку и смотришь этот фильм, то появляется ощущение, что это возможно, что это здорово попробовать. Вот. Такая родилась мечта. Спасибо фильму.